Друзья, всем привет! Привет! Мы сегодня пришли с Максимом за цикорием. Добываем цикорий, будем делать напиток такой вкусный и полезный. Пойдемте с нами вместе. Вот так ходим с малышом, гуляем, путешествуем. И говорю, давай заодно цикорий наберем и сделаем этого вкусного, полезного напитка. Чем покупать где-то в магазине. Мы здесь всегда с малышом гуляем по полям. Малыш! А, малыш, иди поздоровайся, скорее! Скорее, иди поздоровайся! Малыш! Малыш, иди сюда! Ты чего? Иди поздоровайся. А? Поздоровайся. Своими делами занимается. Что-то нюхает, вынюхивает, копает. У него свои там дела. Ребят, ему нравится. Сейчас хорошо гулять, не так жарко сегодня. Сейчас нормально, повесели. Вон уже мышку ловит. Уже кого-то там унюхал. Так, ребят, пойдемте искать цикорий и будем копать его. Ну что, друзья, вот и цикорий. Главное, пару дней назад он весь так цвел красиво. Ну, знаете, как цветет? Красивые цветы такие. Синие, наверное, да, Макс? Да. Синие такие, голубые даже, наверное, такие. Красота как вообще. Васильки такие. Как, да, как васильки. Очень красиво-красиво. А сейчас все, ни одного, только уже такие старенькие, все уже засохли. Прямо вот на глазах. Вот прямо вчера или позавчера мы гуляли с малышом. Я еще Максу говорю, смотри, какая красота. Прямо так все цветет красиво. Вот он цикорий, видите, мощный. Но нам нужен только корень, ребят. Сейчас буду выкапывать. Вот, смотрите, какой корень. Макс, бери лопату. Вот, сейчас, вот такой какой толстый, должен быть корень хороший. Нужен нам только корень. Не сами вот эти ветки. А дальше еще будет небольшая процедура. Не так это тяжело, но постараться надо. Постараться надо. Земля-то какая здесь хорошая, это прямо чернозем. Прям такой чернозем здесь. Малыш, мы тоже копаем, не только тебе копать. Понял? Сейчас унюхать будет помогать. Я, Макс, держу. Ты прям подцепил туда под самый корень, раз его. Глубоко туда. Не взялся. Тихонько. Я просто хочу все. А, полностью ходишь? Пока получится, пробуй. Нет, не идет, Макс, еще не идет. Большой корень. Поэтому он называется цикорий. Именно что? Цикорий? Цикорень. О, Макс вытащил. Вот, ребят, вот этот корень нам нужен. Посмотрите, какой красивый его корень. Очищаешь, там все равно. Да. Его выкидывает. Ну, мы покажем, что будем дальше делать. Нам нужна будет здесь больше, как не сердцевина, а вот эта шкурка верхняя. Вот это вот. Это и есть цикорий. Так, фокус потерялся. Цикорий, который добывают. Ну ладно, для начала нужно вот этих корешков набрать. Потом все это надо будет отмыть. Но стараться, главное, вот так вот не бить его. И видите, какой он большой. Он даже сок выделился вот здесь. Видишь, Макс, смотри, какой. Такой, как молочко, да? У дуванчиков также. Угу. И вот, ребят, что нам надо с этого корня, это вот, видите, сердцевина не надо, да, шкурка. Тут вот, Макс, снимай. Вот. Вот это нам шкурка нужна. Вот. Вот эта шкурка. Дом помоет все это. Можно целиком забрать, помыть сразу корень. Ну, проще будет вот так запасти, чем тащить это лишнее. Она видите, легко сколько? Снимается. Она легко снимается, да, нормально. Вот такой запах. Запах уже приятненький такой. Ну, землей немножко пахнет, но это земля, ничего страшного. А сам вот этот корешок, вот видите, что остался. Как в морковке похож такой, даже колючки такие по бокам идут. Это уже не надо, просто его выкидываем, он вырастет. А это в пакетик, Макс, убираем. И так дальше копаем, запасаемся. Летчики летят и катаются. Там один человек сидит. Один, да. Вроде один. Ну, там катают, я знаю, за деньги, что ли. Что-то так нехило стоит. Чтобы прокатиться кружочек. Малыш катается. Малыш довольный, ребят. Знаете, почему довольный? Сейчас тут тетя прошла с собачкой, с парнем. И он с ней тут, пока она бегала, с ней побегала, они туда дальше пошли. И он с ней, смотри, теперь довольный, лежит. Побегал за ней. Ну, мы частенько их встречаем. Да? Довольный. И уставший. Сейчас пойдем лужу найдем, попьем. Ладно? Там, я знаю, хорошие лужи, чистые. Чистые, да, чистые лужи. Устал. У меня вон какие руки, ребят. Копаем с Максом. Копаем с Максом. Уже нормально так накопали. Ну, лежи, балдей пока. Сейчас пойдем. Вот, друзья, смотри, сколько у нас уже тут. В пакете, видите, вот такой вот цикорий. Про дом, конечно, надо будет отмыть. Вот какие корешки очищаем. Макс говорит, мало, давай еще, говорит, наберем побольше. То есть все надо будет отмыть, вот это лишнее все оторвать, вот эти вот, все вот эти вот палочки. Ну, а дальше покажем. Потом высушить, перемолоть.
только тогда будет готово. Ну так все же есть маленькую. Сейчас, малыш, еще маленькой накопаем. Ну что, теленок забрался? Добрался к Максиму. На руки. Ага. Поедем, малыш. Поедем, да? Все? Устал. Поехтит. Все, ладно, поехали. Ну что, друзья, вот уже утро другого дня. Вот столько нам удалось нарвать цикория с Максом. Я его прямо в замочку так на ночь оставил, чтобы маленькая грязь отошла, упала. Ну и сейчас вот промою вот это все. Видите, вот эти вот такие вот лепестки такие. Эти все вот это вот уберем, вот эти вот. Ну, так вот. Оно, в принципе, уже чистое. Все, видите, даже грязи уже нету. Вон, все чистое. И уберем в духовку. Сейчас так вот все вытру, и каждый вот этот лепесточек берем в духовочку. Где-то на 100-110 градусов. Часа на 3, я думаю, наверное, не меньше. Там уже будем смотреть. И будем сушить, чтобы прям был сухой-сухой. Прям, чтобы захрустело, сломался. Вот так надо высушить. Вот этот весь цикорий. Ладно, давайте уже берем в духовку. И будем сушить. Видите, все чисто, как вся грязь уже отошла за ночь. Вот так вот выглядит на противне. Все, разложили. И убираем в духовочку. Целый противень. Вот такой красоты. Теперь надо просто высушить. Прям вообще высушить хорошенько. 2 часа и цикорий высох. Вот такая получилась чашечка. Видите, сухой-сухой. Кстати, вот Макс сегодня с утра гулял с малышом. Еще набрал целую кастрюлю. Молодец. Так, ну давайте теперь крутить. Вот так закидываем сюда в мясорубку. Ну, у кого есть кофемолка, можно кофемолкой его. Потолочек каким-то любым способом. Так, ну и поставим тарелочку вот так. Поехали. Друзья, хочу вам сказать, очень-очень приятный запах. Прям таким кофем, что ли. Ну, цикорий, знаете, вообще прям очень-очень приятный запах пошел. Вот такая. Не все мелко получается, поэтому кофемолка будет, наверное, лучше. Ладно, продолжаем. Вот столько вот получилось цикория, посмотрите. Запах вообще очень приятный. Но не весь потолокся. Но это мы процедим. Через кофемолку будет лучше, я так думаю. Ну, давайте возьмем теперь ложечку вот так. Вот так снизу. Вот такого. Стаканчик. Сейчас кипяток у меня дойдет. И заварим прям крутым кипятком. Давайте еще ложечку. Хочу попробовать по-нормальному. Вот так. А запах вообще очень приятный, ребят. Все, заливаем крутым кипятком. Я туда добавил сахарку еще немножко. Сейчас еще процедим. И все. Друзья, запах просто непередаваемый. Вообще супер пахнет так. Я уже один раз процедил, слил. После немножко на стол тут налил. Это решил еще раз. Смотрите, какая красота. О, супер. Маленько Макс и в стакан вот поставишь. Опа. Все, ребят, готов цикорий. Будем сейчас пробовать. Свое сами добыли с Максом. Макс говорит, пойдем еще с малышом гулять. И еще добудем. Ладно, сейчас попробуем. Ну что, друзья, попробуем. Я уже попробовал. Я вам скажу, вкусно, супер, но кое-что сейчас скажу. Сейчас еще раз попробую. Запах вообще. Вкусно, все немножко горчит. Но он и должен горчить. Просто сюда 2 ложки добавил. Бабушка, пойдем попробуешь. Надо 1 ложку добавлять. Да, надо 1 ложку. Я крутой сделал. Крутой. Сами добыли. Садись, Баш, попробуй. Скажешь, ну как, свое хозяйство. Куда бабушка пошла? Стакан хочешь свой? Ну давай. И Макс сейчас попробует. Присаживайся, Макс, тоже сюда. Опа, это Максу, это бабушке. Пробуйте, скажите. А Мишке? Мишка, иди попробуй. Цикория. Ну, бабушка, ну-ка, подегустируй. Как запах? Точно, Макс. Как в пакетах порошок. Все то же самое, да? Купает, да. Слишком много ты добавил, да. Только. Многовато добавил. Попробуй, бабушка, на вкус. Горячий. Ну, маленький глоток попробуй. Нет. Маленький глоток, бабушка не попробовала. Попробуй. Чуть-чуть. Аккуратно, не бойся, не такой же горячий. Ну как? Такой же самый, как в пакетах. В пакете только горький чуть-чуть. Погорчее. Ну я много на 2 ложки сыпал. На ложку 1. Ну давай, Паш, ты так не попробовал нам, не сказала. Вкус, только нюхаешь и говоришь. Давай. Не бойся, не такой же горячий, аккуратно. Пахнет классно. Запах вообще. Ну как?
Интересно. Нормально, да? Все тоже. Ну, все такое же, он полезный, главное, очень. Но я скажу вам, друзья, надо чуть поменьше сыпать на стакан. Да. Я две ложки насыпал, многовато. Одну ложку, да, хватит. А я тут давай две от жадности. А так вкусно. Так что нормально. Что, Макс, все будем рвать? Сейчас ходим. Да, Макс там еще будет сушиться уже, да? Убрал еще или ничего нет? Нет еще. Чай сэкономится. Конечно, ну и полезно. Главное, так много не надо, по чуть-чуть. Пол чайной ложечки даже, наверное, и то и хватит. С молоком можно пить. Хотя уже припиваюсь, вот так вот, я сейчас второй лоток, третий уже. И уже прям так вкусно. Макс, ты уже, ты говоришь, горчина не чувствуется. Как-то забивается первыми разами, попробуй. Как-то уже приятно так идет. Да, заметил, как-то уже, ну, есть горчинка, но не такая же совсем. Ладно, ребят, на этом все, всем пока. Интересно. Сейчас пойдем еще наберем. Обязательно. А запах, ребят, вообще не переподаваемый. А запах, друзья, вообще не переподаваемый. Непереподаваемый, как правильно сказать-то? Непередаваемый. О. А запах, друзья, непередаваемый. Вообще просто супер. Да, Макс? Вливаем теперь горячо. Ай, налил я тут на стол. Вот я бы дебил. Все сначала, короче.